Всем привет! С вами я, Алиса, и я рада вас видеть на моем канале Беливикс. Сегодня мы начинаем новую рубрику «Золотая коллекция». В данном цикле я хочу рассказать о том, как начиналась моя эра сбора кукол и к чему это привело. Вы, наверное, не видели этих видео вообще никогда. Именно поэтому я хочу с вами поделиться своими комментариями на тему, как я снимала видео, и рассказать вам мои секретики. Очень красивый и добрый почтальон принес первую посылку с куклами. Открываем! Это, конечно, было волнительным событием для меня. Как же я долго уговаривала своих родителей, чтобы купить кукол Monster High. Я подводила их к прилавкам в любых магазинах, где я только видела монстряшек. Показывала этих куколок, но мне все время говорили: нет, нет, это ужасно, все бред. Но добрые мультики спасли, и родители наконец-то заказали первую посылку. Пришло очень много кукол, вот я их раскрываю, у меня дрожь в руках. Это же первые куклы Monster High в моей коллекции. Пришла самая долгожданная посылка. Она шла из Италии, из города Неаполя. Давайте откроем. Кэти Нуар была одной из кукол, которую мы вообще не планировали заказывать. Мы думали, что это самая ненужная кукла, поскольку это чернокожая девушка, которую вряд ли кто-то купит. И нет, я не расистка. Но я-то всегда шарю в деле. В общем, открывала коробку, смакуя, потому что черная кошка действительно топ. Официальный релиз куклы состоялся 13 сентября, а нам удалось отхватить ее аж в конце июля в Италии. Шок! Куколка в концертном ярком наряде с микрофоном. Малиновый – мой любимый цвет до сих пор. В общем, очень эффектная кукла. Опс. Вау, ну красава. Напишите в комментарии, нравится ли вам Кэти Нуар. Лично я ее просто обожаю. Когда я заказывала Кэти, было написано: одна кукла в одни руки. Но так как у меня две руки, то и пришло две куклы. Ахахаха! Лечу со стула с этой шутки. Очень смешно. На самом деле, это шутка, которая родилась прям в момент съемок этого видео. Ну, а если говорить по чесноку, то американцы выдают на одного человека определенное количество кукол. Особенно, когда это эксклюзивы, наподобие Кэти Нуар, там, Зомби Гаги и так далее. И чтобы досталось всем, они пытаются ограничивать продажи. Много не снимайте, давайте откроем. И мы до сих пор не можем понять, как вот в Италии за 2 месяца до релиза появилась эта куколка. Это прям удивительно. Волшебство. Красотка. Как только мы раскрыли всех кукол, сразу начали рассматривать и, конечно же, расставили их. Это Кэти Нуар. Это одна из последних моделей 2013 года. Как вы знаете, черная кошка – это символ Парижа. Кошечка просто великолепна и не терпится в нее поиграть. Концерт посвящается партеру. Собственно, начинаем наше выступление. Музыка. Бременские музыканты. Поет Кэти Нуар. Я к вам заехала на час. Привет, бонжур, hello. А ну скорее любите мяус. Мне крупно повезло. Ну-ка все вместе. Хей, хей, уши развести. Мяу, мяу, лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши мне. Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши мне. Да, мне повезло точно крупно.
жизнь. Музыку было слышно и на Белли тоже. А этих кукол мы уже открыли. Спасибо всем! Merci beaucoup! Grazie! Мы так заигрались, что забыли открыть еще две коробки. Эмоции меня сильно переполняли. Хотелось открыть все сразу и во всех кукол играть одновременно. Были следующие коробочки. Я их начала распечатывать. Некоторых кукол вы увидите в следующих обзорах. Так что скорее подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Комплект двух кукол. Они концерт слушали из коробки. Открываем дальше. Так. Что же у нас тут, интересно? О, Эбби. Где Эбби? В розничной торговле, в магазинах даже Европы, этих кукол не было в продаже. И поэтому мы вынуждены были заказывать их в интернет-магазине. А этих кукол вы сможете увидеть в моих следующих обзорах. Пока-пока! А это известная попа Билли Викс. Ахаха! Все смеются над этим, а мне хочется плакать. И мы плавно перешли к следующей видеораспаковке. На белую кошечку Катрин Демяу. Мяу. Мы специально выбрали такой красивый парк недалеко от нашего дома. Этот парк то ли 16-го, то ли 17-го века с красивым прудиком. А там еще рыбки плавают. Живет там много кошечек. Черные, белые, рыжие. В общем, называется «Выбирай на свой вкус». Ну и захотелось, конечно же, снять тематическую распаковку. Всем мурмяу привет! Сегодня особенный день. Я проведу обзор сразу о нескольких монстряшках-мурняшках. Монстряшках-какашках! Это 5 кошек, представленных в Monster High на сегодняшний день. Существует много разных упаковок, и в основном они затрагивают Таралай и ее одежды. На сегодняшний день это мечталки из мечталок. Так как в то время я не сильно разбиралась в Monster High, да и куклы, честно говоря, не всеми ценились, то сейчас я понимаю, насколько же они хорошенькие и эксклюзивные милахи. Около меня вы видите далеко не все коробки с этими кошками. Но тем не менее, я решила провести этот обзор на базе уже имеющихся у меня няшек. Свое видео я решила разделить на две части, то есть первым будет обзор о положительных героях. Вот это паузы. А вторая часть, конечно, о злобных. Каев. Итак, начинаем первую часть о позитивных героинях. В золотом издании вы увидите вторую часть в другом видео, поэтому тут все переделали. Мы видим только хороших кошечек. Я представляю двух кошек. Одна – это черная кошка, Кэти Нуар, обзор которой вы уже, наверное, видели. Ну, конечно, это не обзор. Официальный выход которой будет только через месяц. Ну, и другая. Белая кошечка Кэтрин де Мяу, которую вы уже видели в одноименном мультфильме о Скариже. Итак, открываем. Многие ругали меня за то, что я свои вскрытия называла обзорами. Ну, так уж получилось. Я думала, что людям и друзьям моим будет интересно узнать и вообще показать им, как выглядят куклы. Поэтому я не сильно парилась, да, я говорю вам чистую правду. Я не рассказывала, какие там у куколки ботиночки. Лилового цвета или же фиолетового? Типа, ну что, зачем? Ну и я не делала такие обзоры, жила своей такой философией, можно так сказать. Типа, у всех есть глаза, все все видят сами и могут насладиться без моего трындения. Кукла Белоснежна. Правда, надо заметить, что в наборе нету расчески и, само собой, чемодана. Она же парижанка, но зато и сумка.
открывала и открываю кукол на данный момент. Я с большим пристрастием, потому что они миленькие, и это мое хобби. Я люблю, обожаю, целую, люблю. Вот. Ну что, посадим черную и белую няшку вместе? Ну да, над красотой таких двух красивых куколок я наслаждаюсь до сих пор. Куклы оправдывают себя и выглядят достойно в моей коллекции. Да и не только в моей. Как я открывала Кэти Нуар, вы можете увидеть в моем другом обзоре. А теперь давайте тихо сидеть и наслаждаться их красотой. Я ставила и фотографировала кукол где угодно, около красивых лавочек, ну и вообще других мест. Катрин была выпущена эксклюзивно для Walmart, оказалась изящной скрижанкой-художником. Мяу! А это кто-то мяукнул за меня. Спасибо большое. Кстати, все фотографии вы сейчас можете увидеть в моем инстаграме. Я выкладываю фотографии просто каждый день, могу и там 3 раза в день выкладывать. Все зависит от вашего актива, так что подписывайтесь скорей. Буду для вас придумывать много всего интересного. А тут в кадр вошла как раз Кэти Нуар, любимица многих. Надеюсь, вам понравилась первая часть Gold Edition, и вы ждете продолжения. Я жду отзывы ваши, и также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Я удаляюсь. Be cool and crazy. Пока!